Все дети равны. По таким девизам в Орле отметили 20-летие социальной гостиной регионального фонда психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Юбилей – это отличный повод подвести итоги добрых дел и вспомнить, как все начиналось. По крупинке, потихонечку. Сначала с трудными детьми, которые коммуникативные не имеют как навыки. Потом те, которые в школу не подготовились. Потом те, которые в конфликт вошли, потому что они много знают и их не принимают. А самое главное – это кафедра. На благо семьям и, в частности, детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, трудятся десятки орловских специалистов – психологов, дефектологов, педагогов. Лучшие из них получили почетные грамоты областного совета народных депутатов.